Всем привет! Метатель в гостях у Берхантера. Сегодня постреляем из мамбо-агрегатора. 5 стрел. Вот таких вот маленьких, двухперьевых. 33 метров. Ну, надеюсь, я хоть попаду в квадратную мишеньку. Блин, сошки надо было одеть. Но так еще сложнее будет. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, по-моему, куда-то в мишеньку попал. Но скажу сразу, я с 12 метров настрелил прицел. И тут еще без сошек. И учитывая то, что стрелки легенькие. А мамба не такой сильный арбалет, в отличие, думаю, Армагеддона. Хотя 43 килограмма у обоих, максимально разрешенная мощность. Но мамба все равно слабее стреляет, чем думал мини-агрегатор. Так, предохранитель. По-моему, промазал, что ли, братан? Надо было сошки одеть. Ну, давайте посмотрим, что там получилось. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Братан, что ты меня в стул-то уронил? Так, вот так мамба-агрегатор. Смотрите, прицел здесь не настроенный был. Вроде стрелял, короче говоря, вот сюда, но, видите, вправо ушло. Вот что значит, 12 метров настроил, но смотрите, с 33 метров, но должен сказать, кучность-то нормальная. Целился вот сюда вот. А попал, смотрите, разброс какой. Целился вот прям ровно сюда. Даже не сюда, вот чуть-чуть повыше. В эту окошечко метился. И смотрите, пятая стрела, не знаю, ну, по щелчку, наверное, слышно будет. Она прилетела вот сюда. Там изолон стоит. Слушайте, думаю, надо видео заснять. Стрелы. О, кстати говоря, следующий видос будет. Какие мишени использовать для агрегаторов. Потому что не всякая мишень подойдет. И вот так вот она воткнулась. Ну, видели, я там около мишени задержался. Вынул стрелу. Ну, должен вам сказать, кучность нормальная. Да, братан? Но это все-таки стрелы-то. Вы посмотрите, нормально завелось там все. Стрелы-то тонкие, легкие. Ветра как такового нету, но все равно. Она же легкая стрела, вообще ничего не весит. Пушинка. В отличие от Дума Армагеддона, вот это, ну, для больших арбалетов. Слушайте, вот эта вот стрела как три таких весит. Слабость готова, вот, ну. Короче говоря, слушайте, ну, честно сказать, если прицел еще настроить, я думаю, они кучно будут прилетать. Я думал, я даже в кубик не попаду с 33 метров. И учитывайте то, что я без сошек стрелял. Да, братан? Если бы я сошки одел, и у меня арбалет ровно стоял, кучность была бы другая. А это без сошек, на весу, считайте, я держал арбалет. И так все прилетело. Поэтому, кто бы там что ни говорил, мамба-агрегатор, Дум Армагеддон, ну, смотрите, Дум мини-агрегатор, тоже с пятистрельной, и мамба-агрегатор. У них 43 килограмма, одинаковая мощность, но там обратные плечи в мини-агрегаторе, в Думе, там скорость больше, все равно выхода стрелы. Я поэтому специально мамбу взял. Здесь она послабже маленько. И смотрите, на весу, считайте, держал без сошек, повторюсь еще раз. И чтобы так стрелы кучненько прилетели, а из ребят все летает, я должен сказать, результатом я впечатлен. У меня честный стрел... Смотрите, вон ястреб, видно его было? Ты видел, он в метре от тебя пролетел. Слышите, ястреба, кайф вообще. Вот живу в классном месте, ястреба. Ну, уже, наверное, видели в других видео. Слышите? Блин, кайф вообще. Ладно, тема арбалетная. Еще раз повторюсь. Ястребов стрелять не буду. Кто это напишет? Вот. Ястреба, он у меня жил 3,5 года дома. Так, ладно, что-то я заболтался. Короче, сам не ожидал, но кучность меня впечатлила. Учитывая то, что я без сошек стрелял раз, и то, что у меня прицел не настроен на 30 метров 2. Отсюда вывод. Надо отнести профессиональному настройщику прицелов, чтобы он мне и на Дум Армагеддоне,
И здесь, и везде, где у меня оптика есть, чтобы подстрелял на 30 метров прицела. Потому что у меня зрение плохое, вот эти вот крутилки крутить, пускай там профессионал этим делом занимается. А вы, зрители Бирхантера, тоже, если вам арбалет какой-то приходит, лучше сразу просите в Бирхантере, чтобы они вам настроили прицелы сразу все. И желательно, чтобы они прицел уже вам сразу на арбалет поставили. Если так можно, конечно. Я не знаю, но спрашивайте в Бирхантере. Подписываемся на канал Бирхантер. В описании все ссылки будут на стрелы, на арбалеты. Обязательно на Бирхантер канал подписывайтесь. Я здесь стреляю. И скоро сам хозяин или уже стрелял. Ну, короче, мне здесь нравится продукция. Я стреляю, кайфую, а у себя на канале метаю. Еще раз повторюсь, я лично доволен. Прицел не настроен, я стрелял без сошек. И видите, какая кучность. 33 метров. Легкие стрелы. И кто говорит, что они неточные? Ну, хрюнделя с 5 стрел по-любому завалить можно, да, братан? Ну, все. Всем пока, до новых встреч. Подписываемся, пишем лайк. Всем пока.